Всем привет из Алании. Сегодня 21 мая, у нас четверг, мы на рынке в Тосморе, время уже 6 часов. Сделал вам видео, показал цены, какие сегодня, и сейчас я вам покажу. Сейчас я отправляюсь за покупками для себя, и покупки покажу вам, что я купил в отдельном видео. Оно выйдет первым, а потом, конечно же, вы увидите 10-минутное большое видео со всеми ценами и с товарами. Людей на рынке довольно много. Сегодня у нас окончание африканской жары сегодня, чему все очень рады. Возможно, даже капнет дождик, хотя я в этом сомневаюсь. Даже в горах все сейчас чисто. Итак, показываю вам, что я купил сегодня на рынке в Тосморе. Итак, дорогие мои зрители, показываю свои покупки. Сколько денег я не считал, потрачено. Ну, можете сами потом сосчитать. Здесь помидоры 2 кило по 1 лире 50 куруши. То есть пору 52 кило на 3 лиры. Огурец бесплатный. Один огурец положил, он с меня за него даже не взял. Итак, 3 лиры, 2 кило помидор. Здесь баклажаны. Они по лире. Честно, я забыл, сколько я взял. То ли 1,5 кило, то ли 2 кило по 1 лире за килограмм. Дальше то, что вы любите здесь, по-моему, да, это клубника. Она по 10, здесь полкило, это 5 лир. Кстати, у клубники сегодня на рынке почему-то нет запаха. Вот сколько я ходил сейчас. А нет, у моей есть. У моей есть, я когда там стоял, не слышал. 5 лир, в общем, полкило, 10 лир она за кило. Черешня не дешевеет, и качество оставляет желать лучшего у черешни. Тут третью часть придется выкинуть, несмотря на то, что она по 10. Здесь также полкило. Абрикоски. Чуть-чуть получше с ними ситуация, чем черешня. Но тоже есть такие слегка порченные, и тоже по 10. Я считаю, что это не дешево. Тем более при отсутствии туристов это совсем не дешево. Все это по 10 сейчас. И тем более качество не 100%. Перец вот такой вот тоже. Он как бы, ну, в основном на жарку его, хотя можно как-то целенький найти и свежим. Поесть витаминки по 3,50 кило. Здесь 3,50. Вот такие вот помидоры. Они по 1 лире кило. Довольно неплохие. Чуть-чуть могут поспеть, полежать. Я набираю с условием, что через день нельзя будет выходить уже из дома. 4 дня придется сидеть до вторника или до когда там. Вот, поэтому набираю побольше помидор. Эти 2 кило по 1 лире. То есть на 2 лиры всего лишь вот эти все помидоры. И самое красивое сегодня, это, наверное, рукола. Пучки шикарные. В тот раз я брал, она была совсем не такая. В этот раз рукола шикарная по лире 50. Поэтому и шикарная, что дороже 1 лиры. 2 штуки 3 лиры. И апельсинки, они по 3 лиры кило я взял. Не по 2, не по лире, хотя были и такие, а по 3 я взял 4 штучки на 2 лиры здесь. Вот она вся покупка. Итак, апельсины, рукола, помидоры 2 кило, перец кило, по полкило абрикос, черешня, клубника, все по полкило, все по 5 лир за полкило. И еще помидоры 2 кило с огурцом 3 лиры и баклажаны по лире за кило. Вот такая вот покупочка. Сумму можете сами посчитать. Я нахожусь сейчас в районе отеля Кайла Азия. В ожидании дождя, если честно, так хочется, чтобы хотя бы, ну, хоть чуть-чуть пусть он побрызгает сегодня, и уйдет вся эта жара африканская. Она уже, собственно, уходит. Уже, наконец-то, сегодня днем было также очень жарко, но вот сейчас уже нормально. И завтра уже, надеюсь, будет нормальная температура. Африканская жара уйдет от нас. Вот такая вот покупочка сегодня. Всем привет из Алании. И рынок, отдельное видео будет 10-минутное, как всегда, с ценами на рынке в Тосморе, с товарами, с ценами. Вы увидите, сколько людей сегодня было на рынке. А пока все. Пока.